disponível para mais um metro e milhão de reais. Aí a gente vai ter que fazer. E se nós vamos ter que fazer uma linha de cima, não é que a gente vai ter que fazer uma linha de cima. Só que o nosso risco já pagou. Eu não sei se o que está lá. Então, o nosso risco para o bateria está lá. O que é que o nosso risco para o bateria? Não, o nosso risco para o bateria. O nosso risco para o bateria. Вы проверили еще раз, ведь иногда не все запаковано. Все уже да. А живой песок? Все там. Я просто проверяю все еще раз. Прости, если мы что-то упустим. Знаешь, что я? Не знаю, сколько раз мне нужно повторить этому парню. Все, что в списке, уже погружено. Прости, не могу не сказать ты что. Если что-нибудь пойдет не так, даже малейшее не так, возьми голову от Витя. Лучше твою голову, чем мою. Знаю, что предстоит ехать через море, но мы делали это уже и раньше, множество раз. Я делал подобное бумагу. Единственное, чего не хватает, это клея ПВХ и грунтовочного средства. И Фрэнсис об этом знает. Обычно они не дают мне воспользоваться такими инструментами. Звучит не очень хорошо. Да уж. Теперь ты понимаешь, что мне приходится делать каждый день? Боже. Не думал, что подпишусь на это. Здравствуйте, что я могу сказать? Если что-нибудь пойдет не так, и Мэтт позвонит мне, я скажу ему, что это твоя ответственность. Ты не говорил мне это туда положить. Ребята готовятся, возможно, к самой сложной установке аквариума, которая только у нас была. Риф, рыба, аквариум. Все выглядит хорошо. Но это как птичий пирог. Нужно положить все ингредиенты идеально. У нас есть все, что нужно? Готовы отправляться? Думаю, да. Фрэнсису с ребятами нужно прибыть на Каймановые острова и испечь мне этот чертов пирог. Надеюсь, мы ничего не забыли. Все, что было в списке, находится в трейлере. Привет, Хосе. Как ты? Фрэнсис. Как дела? Я вот работаю как сумасшедший над этим каймановым проектом.